Сегодня здесь собрались те, кто бескорыстно и, можно сказать, героически посвятил всю свою жизнь детям. Это те самые женщины, а некоторые уже и бабушки, и прабабушки, которые, как отметил Сооронбай Жээнбеков, достойны самого высокого почета и уважения во всех смыслах этого слова. Среди тех, кто в этом году удостоился ордена Баатыр-Ине, Жанел Кожогулова. Мать семерых детей с трудом поверила, когда ей вдруг позвонили и пригласили на торжественное мероприятие. 3 года подряд подавала документы, но каждый раз не хватало какой-то справки, рассказывает женщина. Но волнительный день настал. Самой молодой маме, присутствовавшей в зале, исполнилось 36 лет. Самой старшей уже пойдет 9-й десяток. Поздравляя всех их с праздником, президент Сооронбай Жээнбеков отметил о необходимости поддержки многодетных семей как важнейшего направления социальной политики государства. Только о матери можно сказать, что она святая. Каждый день оказывать матерям почести и уважения, и то будет мало. Особенно в праздничные дни мы всегда вспоминаем о наших матерях, подаривших нам жизнь. Вспоминаем об ушедших матерях, их мудрых наставлениях, читаем им молитву. Вы дарите человеку жизнь, воспитываете его, вносите большой вклад в развитие государства. Каждый родитель желает, чтобы его дети были благочестивыми, беззаветно служили народу и стране. Вы воспитываете именно таких детей. Ордена и медали из рук президента за подвиг в воспитании детей получили мамы из всех областей Кыргызстана. Многие из них считают свой нелегкий материнский труд огромным счастьем, смыслом и предназначением в жизни. Родить и воспитать столько детей, конечно, тяжело. Каждому нужен свой подход, каждому хочется одинаково отдать любовь, заботу и воспитать так, чтобы можно было гордиться. А вот уроженка Узгенского района Айсылкан Исинбаева вполне может гордиться своими детьми. 2 дочки, а еще 5 сыновей, известные своим мастерством улакчи. Ее сын Манас Ниязов, например, был признан лучшим игроком турнира по Кокберу «Норус-2018». Все сыновья играют в Кокбору. 4 выступают за команду «Достук». Горжусь ими, поэтому спасибо им, что прославляет нашу семью. Не остались награжденные мамы и без подарков. От имени президента были вручены ценные книги «Эпос Манас». День матери в нашей республике отмечается ежегодно в каждое 3-е воскресенье мая. В этом году он выпадает на 20-е число. Праздник был учрежден в 2012-м, а накануне глава государства подписал сразу несколько указов по случаю этого знаменательного дня. О награждении орденом Баатыр-Ине более 1350 матерей-героинь, воспитавших 7 детей. А медали Неданкы всего в этом году получат 454 женщины. Алексей Немашкал, Рахат Жээнбеков, Алтынбек Аныбекулу, НТС.